Всем привет! Я думаю, что нет таких людей, которые никогда не видели, не слышали или не пробовали салат мимоза, поэтому как его готовить я рассказывать не буду. Единственное, отмечу, что вкус его очень отличается в зависимости от того, какую терку вы используете, мелкую или крупную. Я все-таки советую использовать мелкую терку. Майонез для салата я готовлю легкий, без использования сырых яиц. Если хотите посмотреть рецепт, то пишите в комментариях, я публикую. И еще скажу пару слов по поводу украшения салата. У меня оно самое обычное, я совершенно не специалист в этом, но в интернете видела такие картинки, когда украшают салат белком куриного яйца, его отваривают и опускают в свекольный сок или сок краснокочанной капусты. Таким образом он получается розового, голубого или сиреневого цвета, и из него можно сделать сирень или гиацинты. Очень красиво смотрится на салатах, интересно и оригинально.